Ёши, ты как? Ты читер? Объяснись. Да нет. Подожди, у тебя опять не ресетнулись каблуки. Посмотрите, какая она злая. Потому что ты читер. Какая она злючая. Давай, давай, давай. Давай, пожалуйста, нет. Кошка Лана, нет. Ну, привет. И у нас уже началась игра. Нам срочно нужно надевать каблуки. Ребята, срочно. Зеленые. У меня синие. Беленькие. Ёши, ничего себе ты. Профессионал, как у тебя? Профессионал, конечно. Ты где столько туфлей нашел, а? Да вообще. А я только хотела спросить, как вы относитесь к каблукам? Ну, чудесно, что... ну, очень часто ношу. Я вот вижу. Очень часто надеваю. Да. Люблю такие яркие, какие-нибудь красные, например. А почему тогда белые у тебя? Очень часто прошу Ланы поносить, конечно же. Вообще-то, это я раньше... Так сказать, злой был, потому что у меня велосипеда не было. А это раньше я носила все время каблуки, вот честно. Но последнее время я очень редко ношу каблуки, так что Ёша не мог у меня взять каблуки. Ну я ни разу на Лане, по-моему, каблуков не видел. Да у меня их и нет, я все выкинула. Просто в кроссовках дубасирует. А знаете, почему у Ланы нет каблуков? Потому что она боится, что я начну просить у нее каблуки. Она такая, ах, не достанься же ты никому. На самом деле, ничего себе у меня тут... А, нет! Ульяна? Ты что, упала туда? В дырку провалилась? Да я слишком высокая, я сейчас думаю, я сейчас как пойду, как выиграю. И, короче, блин, я упала. И не выиграла, как-то не вышло, да? Вот к чему ведут высокие каблуки. Да. Да. Но хочу сказать, что я никогда... Ульяна, ты шутку, блин, пропустила. Извини, Ульяна. Пожалуйста, все говори. Извини, пожалуйста. Сейчас, просто, шутку. Давай. Хотите шутку про Лану? Да, давай. Давай. Шутку. Знаете, почему у Ланы нет каблуков? Ну, уже. Так. Потому что, знаете, с возрастом уже хочется удобную обувь, а не... Вот нет, тебе не за ходи! Это. Вот тебе за это, нет. За твою шутку. Получай. С возрастом хочется в чем-то удобном ходить, поэтому, ладно, ты купила New Balance себе. Не реклама, извините, пожалуйста. Вот. А я еще молод, я еще могу каблучки там Ланины поносить, конечно. Все, Ёж, я запомнила. А я ему роллы, значит, заказала. Заказала только что роллы, причем, да. Я еще, знаете, сижу, что-то такое как-то такое настроение, ничего не хочу заказывать, как-то даже не знаю. Ребят, в смысле? Ребят. Да, блин. Да-да-да. А почему? Адекватно? Чего? Смотрите. Почему у тебя? Я тут питомца выбиваю, я уже кот использовала. Я сейчас тоже. Возьму себе. Я даже не видела, у меня. Какие у меня каблуки. У меня зеленый. Плюс 4. Моя плюс 4. Пришел тут, блин, на этих... Да куда он? Посмотри на него. Шпильках. Это кошмар, это что такое? Да как вообще так возможно? Что? Слушай, а ты сейчас же будешь роллы кушать своими палками этими. Да, это, вот и вот эти не буду. А чё тут так мало зеленых? Я не понимаю. Непонятно, Ульян. Это, блин, а я никогда не понимал людей. Я, знаете, что-то сейчас подумал. Ты сейчас сказала о палках, и я подумал. Никогда не понимал людей, которые едят роллы, натыкивая их. О боже, мне кажется, ты вообще почему об этом подумал? А, я думала, ты имеешь в виду палками. Я ожидала, что ты скажешь, что берут. А, палками это вообще отдельный просто вид. И просто вот так вот. Ага, тык, и все, ужас. Ульян, зачем ты сказала такую пакость? Как бы, я в первый раз, хотя нет, на самом деле меня сразу научили, вернее, пытались научить первый раз, когда я попробовала роллы именно вот палочками. И я даже пробовала, я не взяла, даже руками не взяла. Я и съела буквально там штучки две, но зато с палочками, ребята. Не знаю, у меня, знаешь, у меня вот как с роликами, типа, на ролики встал, поехал, так и тут взял эти палочки и все, стало получаться. О, что? Я только что пропустила. Вон, у меня, я не закрасила зелеными вот этими цветами. А, да, я вижу. Ничего себе, а вы как туда прошли и все там уже... себе попеределывали. А если бы я прокрасила, вам пришлось... Блин. Да, 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 мы перекрашиваем, точно, все верно. Вы из каблука. Да как вы на каблуках? Как ты на каблуках пришла? Уже нет, уже никак. Ладно. А ты ее ж не купил себе эти питомцы? Я пришел, посмотрите. Я нет, мне лень. У меня какой-то эпический краб. Эпический краб. Ого, а у тебя уже есть деньги. Ой, у тебя олененок. Прикольно. Да, так, краб. Но я не знаю, у кого вот краба хочу оборудовать. Эпический краб.
Но ой, он не эпический, это, он похож на осьминога. Или на аксолотля. Ну да, но это краб. Йоши, ты как? Ты читер? Объяснись. Да нет. Подожди, у тебя опять не ресетнулись каблуки. Как это возможно? Да нет, ребят, в смысле? Все ресетнулось. Я просто очень быстро хожу на каблуках. Простите, ради бога. Выгнать его, читер. Ты читер. Я согласна, я согласна. Знаете, вы слышите, да, как Лана говорит слова вот эти вот новомодные? Ёлки-палки, одного каблука не хватило. По-моему, конечно. Что, Лане что такое? Надо объяснить такое? Правильное произношение современных слов. Она не справляется. На самом деле, я одна. Знаете, это я скорее... видел... Ульян, не видела, типа, там, где батя пишет сыну, типа, ну, там, WhatsApp, по-моему, сына, смотри, какие я себе в WhatsApp скиторы закачал. Так вот, я, знаешь, Лану... А, я что-то видела такое, примерно... да. Примерно так представляю. Нет, на самом деле, давай ты упадешь. Я себя ассоциирую с каким-то таким вот человеком, который, ну, мемы вообще абсолютно проходят мимо меня. Вот до того, как Йоши стал... Йоши, это же ты меня заразил на ТикТок. Ну, в общем... ну, вроде. Вот, да, и только после этого я... И то до сих пор я узнаю некоторые мемы от Йоши. Вот. Ну, или от ребят. Ну, потому что сейчас Ульяна, к сожалению, человек, как сказать, бестикточный. Без современно-тикточный. Да. Поэтому приходится... Йоши, приходится... а ну-ка перезаходи в игру, вообще, каблуковый нет. Ты монстр. Ты опять с каблуками? Да, так нечестно. Каблуковый монстр! Да так нельзя! Мы под моим каблуком. У нас отбирают слоны. Да как ты это делаешь? Это невозможно. Да ну тебя. Все, вы не оценили шутку, что вы под моим каблуком? Это было смешно. Или вы да. ее не слышали? Я думал, все. Я только сейчас осознала, у меня долго приходит осознание. Я не дров знаю, почему подкинула в свою, так сказать, мемную эту печку. Да, да, да. И вот сейчас вот уже... Нет, блин, дракон. Кстати, а что я сделала? А у меня только один, да? Один питомец только может? Да, да. Йоши, выходи из игры. Да ну тебе, во-первых, а во-вторых, я помню, как... все. Можешь его уронить куда-то? Я согласна, а можно, вообще, по идее, это же неустойчивый ты должен быть, когда высокие каблуки, правильно? Давайте что-нибудь подрежем ему вот каблук, и он упадет. А почему вы такие злючные, злючные, вонючные? Потому что ты ведешь себя нехорошо, ты читеришь и не выходишь из игры. Да. Это ложь. Да, это некрасиво по отношению к честным игрокам. Да почему они опять? Я прошла до конца. Лане уже который раз не хватает. Я пока тут разговариваю, я просто, знаете, мы тихоходный транспорт, вот это я, тихоходный транспорт, тихоходные каблуки, долго собираются, да, и осторожненько идем вместе, мы с каблуками. Мне кажется, любые каблуки тихоходные. Да, ну, вот такие вот, небольшие. Ну, не знаю, я раньше очень на них бегала. Да, ты бегала? Да, когда я была бегала молода. Блин. Это на самом деле, это, мне кажется, суперсила бегать на каблуках. Потому что вот я вообще не каблучный человек. Возможно, странное сейчас словосочетание. Но я вообще абсолютно каблуки. И я — это две разные вещи, два разных понятия, два разных человека. Хотя каблуки — это не человек. Ну, вы поняли, понимаете, у нас очень два разных понятия нормально, Ульян. Остановимся на этом. Ну да, но я хотела как-то закаламбурить, не получилось. В общем, я с каблуками на «вы». Вот так вот. Для меня кроссовки или даже балетки не очень, потому что кроссовки — это самая удобная обувь для меня. Я однажды только надела каблуки, и, собственно говоря, с тех пор я их и не ношу. Жестко. Да, хотя я недавно... Ну, правильно, думала... надо, чтобы было удобно, главное, правильно. Что там согласна. Вот это вот красиво правильно. Там? Это? Красиво для кого? Для меня красиво. Вот для меня красиво, я надену то, что для меня красиво, правильно, и удобно. Как сказать? Для меня красиво, если Йоши сейчас вот сбросится вот тут, вот и не сможет пройти. Слушай, а давай, блин, а как нам... Кикни его, Ульян, это твой сервер. Нужно взять, я не могу, нужно взять какого-нибудь собачку, питомца, садовника. Чтобы он сгрыз Йоши каблуки.
Угу. У меня думал, садовник, дракон пойдет? Подрезал каблуки. Так тоже можно. А у меня вот панда. Меня. Но панда... И... О, слушайте, возможно, у Ёши из эвкалипта. Уже не из эвкалипта, ладно. Ну, каблуки. Так бы... А, подождите, а он же не ест. Это коала ест. Бамбук. Я не ем эвкалипт. Бамбук. Вот. Это правда. Но уже все равно желтые каблуки, поэтому не факт, что бамбук. Блин, он так смешно бегает. А, я тоже смешно бегаю. Бананы. Нормально мы бегаем. Бананы? Жалко, что мы здесь не толкаемся. Я бы Ёши столкнула. Посмотрите, какая она злая. Потому что ты читер. Какая она злючная. Ты багаюзер, понял? Багаюзер. Ты выучила новое слово на старости лет. Багаюзер. Посмотрите на нее. Вот это да. Да, блин. Ну, ладно. Я опознала боль Ланы. Одного каблука да. не хватило. Боль одного каблука, это такое, да. да. Я все равно взяла что, ребят, два. Что-то вы слабенько как-то, по-моему, нет? О, действительно, так, что-то вы слабенько конечно. Как-то. Да, так как-то. Ёша, подожди, а вот не выигрывай. Тебе оставят каблуки? Вот, вот не выигрывай. Кстати, да. А вот зачем давай мне проверь. Это проверять? А, ну, нам пожалуйста. Надо проверить. Ты за честную игру, Ёша. Конечно. Я? Или ты не за честную игру? За честную? Довольно а, честно даже ты да. на него. За все, честную, хорошо. Конечно. Я самый честный человек да, на, да, на этом да. сервере. Как минимум. Возможно, даже... На этом сервере. Ну ладно, иди выигрывай, раз так. Я сейчас проверю. А может, давай Ульяне дадим а выиграть? Ульян, давай ты а выиграешь. Может, Ульяне наконец надо дать выиграть. Ульян, давай ты. Да, я иду. Может быть, победителю дают возможность оставить каблуки как трофей? Может быть. Вот это но прикол, знаешь, да. мы рискуем сейчас тем, что Ёши вырастет свои каблуки до космоса. Ты пройдешь, каблуки оставят все равно Ёши. Да, тоже такое может быть, но... Почему бы не рискнуть, правильно? Кто почему не рискует, бы... тот не пьет молочные коктейли клубничные. А сегодня, рискует, между прочим, день молочных коктейлей, если вдруг что. А где наши молочные коктейли? Кстати блин. Говоря, не факт, что у вас, ребят, день молочных коктейлей, потому что мы чуток записываем наперед, потом вы увидите из-за чего. Да. А нет, мне не оставили каблуки, а Ёши оставили а ли Ёши? Каблуки. Давай, доходи. Мы сейчас посмотрим. Ну давай, давай, доходи. Чё? Да ну тебя! Да как это работает? Я победитель. Посмотри ну, на эти каблуки, большое. Он Ёши может сразу каблуками. Всю игру пройти. Вот знаете, как остался с носом, только Ёши остался с каблуками. Что а это? А мы остались с носом. Потому что вы с носом, с я каблуками. С каблуками. Жесть это какая. Правда. Как это работает? Я не знаю, я буду жаловаться. Моя излюбленная фраза. Можно поменять каблуки? За это все за робоксы. А может Ёши свалится со своими каблуками сейчас длиннючими? Я зеленая, я смотрю синий. Ну вот молодец. Ты хорошая же играла. Нет, это в одни ворота называется. Это, да это когда ты играешь, не знаю, в баскетбол с 4-метровыми людьми. Ну так а вдруг очень низкое кольцо, прикинь, так они в проигрыше? Нет, тут кольцо как раз таки нормальное. Я чуть не упал, ребят, чуть ваша мечта чуть не свершилась. А, подожди, ты же не умирал, вот почему, а, все, я понимаю. Так и я не умирала, а в смысле? Что-то меня каблуки за это не дают. Нет, в смысле, Ёша не умирал, поэтому у него не скипнулись его вот эти вот палки. Моё! Он забрал 5 каблуков у меня из-под носа, ты понимаешь? Ты это понимаешь? Это вообще нечестно. Злюка какая! Какая злюка, вы слышите? Да она ты прям вообще ненормальный! Игру, я с ней согласна. Кто прошел еще здесь? Я прошла прям по твоим пятам. И я, между прочим, тоже. Стой! Предатель! Вот куда ты идешь? Вот куда ты идешь? Скажи мне, пожалуйста, вот тебе не стыдно? Тебе не стыдно? Вот скажи мне. Сейчас приду, тебе нос начищу. Ёжи в жизни надо такие каблуки поставить. Только Лана может так сделать. Я украду твои кроссовки. Ты что, обалдела? Я подменю всю твою обувь. А ну будешь сама ходить за едой кисиком. Нет, ты будешь ходить. Это твои проблемы будут. Как, босиком, что ли? Ну вот тебе на визоран надо будет выйти. Это 100% надо. Я всю обувь подменю, поедешь на каблуках. Вот на границе над тобой будут смеяться. Если найдешь каблуки, подмышь широкую ногу, в принципе, я бы даже и попробовал. Да, хорошо, это не проблема, Ёж. Ты что, думаешь, у женщин не бывает широких ног, что ли? Тем более у сербских женщин. У меня, думаю, вряд ли.
Я думаю, сербские что... женщины, блин, не обижай сербских женщин, они просто чуть я выше, и все. Я не обижаю, они огромные. Ну не... Так, ты такие глупости говоришь? Ну, в плане говоришь? Высокие, Ёши. Прямо сейчас хожу, перед сербскими женщинами. Я чувствую себя очень маленькой. Конкретно перед Марией. Так, прямо сейчас. Мария я жду очень извинений. Высокая. И что? Извиняйся. Извини, Мария, за то, она что ты высокая. На каблуках? Зачем такие подробности? Мария ходит, кстати говоря. Ну, не потому, то, чтобы мы... у нее каблуки. Ну, короче, когда рядом стояли, сначала один раз рядом стояли, а потом другой раз рядом стояли, оно заметно, капец, мягко говоря. Mm-hmm. А вы знаете, что я обнаружила? Что я обнаружила? Mm-hmm. Что так. Нужно просто заговаривать Ёши mm-hmm. зубы. Ах, да, вы... так же говорят. А то я в последнее время путаю все фразеологизмы и все всякие обороты устойчивые. Ну, в общем, и да, поэтому с этим беда. И ничего тебе не помогло, он уже ушел. Да, абсолютно не помогает. Ёша уже здесь. Уже здесь. Вот такие вы, да? Надеюсь, я сейчас вот так вот сделаю вот так вот три каблучка, еще один. А, нет, это мой! Это мои! Нет! Это я хочу! Я хочу сюда! Ну ты вредина. А чё я? Я-то чё? Приду. Ты чё, а ты нельзя сделать хук ногой, каблуком? Пожалуйста. Да меня опять осталось две ступени. Я всё, я не играю больше в эту игру. А чё? Может что-то случилось, Лан? Лан, может что-то произошло? Я буду жаловаться в Roblox. Типа заставляет тебя... Произошло то, что сейчас на красных каблуках стоит. Ага. Лабутены. Да-да. Ну блин, да как ты прошел, ты даже не дошел. А что если я, не знаю, спрыгну? Нет, да блин, Ульян. Да почему? Только Ёши здесь выдают. Без них. Ой, ну тебе, ты даже билетики забираешь наши и не даешь нам, не покупаешь питомцев. Вот у меня только вот сейчас появилась обезьяна. Давайте придумаем ей имя. Ёши. Да, я хотела сказать, но потом думаю, осуждение. Наверное, это будет слишком грубо. Осуждение. Но это сказала не я, поэтому... Ну, я согласна. Пока. Ладно, знаете, ладно, что я сделаю теперь? Вот, смотрите. Все, сразу иду. А, пожалуйста. Стоп, не могу. Чё, ты а не ты знаешь, можешь куда сходить? Ты можешь сходить немножечко вот прямо, вот сейчас прямо. Тише, тише, Ульян, тише. Я уже ждал каких-то оскорблений. Ты знаешь, куда можешь сходить? Я думаю, ничего себе, блин, Ульян, ну хоть не на видео. Я понимаю, конечно, вы разозлились там, что у меня такой чудесный навык хождения на каблуках. Ну, Ульян, ну держи себя в руках, ну елки-палки. Прости, пожалуйста. Я просто тебе хотела вот так вот заговорить опять. Вот сейчас просто иди прямо. Лана, держись! Все, Лана, упала. Мы должны победить, Ёши. Лана, нет! Я не могу. Держись, за зубы! Нет. За зубы. Зубами, вернее, хотела сказать я. За зубы. Сказала за зубы. Не, держись за зубы свои, нормально, я думаю. Типа, почему бы? Почему бы и нет? Ну, я не так сказала. Питомец есть. Называется уродливая утка. И что ты хочешь сказать? Ничего, просто сейчас нужно очень быть осторожной. Жалко эту утку. Так ты давай осторожнее там с выражением. Она просто так называется. Я ни при чем. А, это, ну это просто, да, ну так бывает. Да. Угу. Я даже не я буду двигаться, вас. Чтобы она у меня над головой стояла. Есть же гадкий утенок. Я услышал такой вас. Вот ну да, наверное. Я вас услышал. Так а Извини, что, Ёши, мы ничего не сказали. Да, ты вообще тут ни при чем. Ничего не сказали. Вообще абсолютно, да. А вы заметили, что мы собираем каблуки наши на мордочках зверюшек? Отдалите. Да? А сейчас вы на лягушке. В смысле? А, ой. А, да-да-да, Ульян, ну платформа сама, видишь? А-а-а, до этого был цыпленок, это был а внизу котик, кисик. Потом... Да. Да, потом утка, потом вот лягушка. О, а Ёша не увидит уродливую утку, он слишком высоко. Вот видишь? Вот так вот. Это вот видишь, в чем минусы? Опять еще один минус. Да, минусы. А ты нашли, еще читер, ты просто взял и перепрыгнул, и ты Лен, что, хотел быстрее утка. Прибежать, победить? Так, а ну-ка. А где у нее глаза? Ну, с этой стороны, вот. Подожди, не вижу. Ты не видишь? Ладно, вот я так. Вижу. Она, кстати, в принципе, симпатичная. Ну, такая, немножко потертая. Лёша, давай проверим, пожалуйста. Потертая. Пожалуйста, скинься вот там, вниз. Да хватит меня, блин, на это форсить. Я собиралась заканчивать видео, я просто хочу проверить. Так а что ж я тогда проверю? Мы же тогда не дождемся следующего раунда, блин. Что ж я тогда проверю? Подожди, не понял.
В смысле? Ну, блин, мы же все равно заканчиваем. Зачем тебе? А ты там сейчас не подмигиваешь зрителям часом? Ульян, нет. Давай так, я иду выключать роутер из сети, а ты проходишь. Слышь, ты? Я пожертвую собой. Я потом твоими роллами пожертвую, и ты не будешь есть роллы, понятно? Я сейчас отменю заказ. Нет, давай вот, как там делают так, чтобы кто-то поверил, что я, мои намерения серьезны, так сказать? Ну, чтобы... Никак. Ну, нет, ну как-то типа, как? Даю слово, ладно, все, я даю слово, что я не подмигивала. Я могу сейчас подмигнуть, но я не подмигивала. Мы просто, я просто хочу проверить. Ты можешь сейчас победить, если ты хочешь, вот, а потом, ну, если у тебя получится, потому что... У Ланы там тоже хорошо все получается сейчас. Ладно, давай, беги вперед, скорей. Пока я держу его, Лана, быстрей! Можешь перепрыгнуть? Нет, сейчас не можешь, потом можешь. Там можно будет перепрыгнуть. Лана, кошко Лана, кошко Лана. Я нет, прохожу. Нет, давай, давай, нет, давай, я давай, давай. Пожалуйста, нет, кошко Лана, нет. Да. Нет. Я спрыгну, из-за этого я спрыгну. Опа. Так. Он опять с каблуками! Читер! Серьезно? Блин, я сейчас посмотрю. Так. Подожди, почему? Да ну тебя! Да что это такое? Ну все, ребят. Все, я не знаю, как с этим бороться больше. Я думаю, будем заканчивать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте жать на колокольчик. И всем пока. Пока. Пока.